Не то, чтобы не верила своим глазам, говорит одна из очевидец Соня Кудрявцева, но просто хотелось рассмотреть объект подробнее и еще раз все же убедиться, что ничего не показалось. Ну, когда мы ее увидели, мы обалдели. Тарелку, что она как бы была такого цвета металла. Активное участие в редактировании снимков приняли родители. Тоже хотелось разглядеть, что попало в объектив их дочери и насколько крупным был пролетавший почти бесшумно предмет. Но форма объекта была такой, какой на планете Земля летательным аппаратам еще не придают, и что в земной цивилизации принято называть летающей тарелкой. На том самом месте, над которым пролетал объект в форме тарелки, возможно, есть еще очевидцы, рассказывает автор снимков, а может быть и нет. Предмет появился и исчез неожиданно. В поле зрения находился в считанные секунды и практически беззвучно. В Абазе и ее окрестностях неопознанные летающие.